Всем привет! Недавно дочь Анастасии Заворотнюк поделилась в своем новом фото. На нем Анна сидит в обнимку вместе с бабушкой Валентиной Борисовной. «Самой любимой бабушкой на свете», — написала девушка. Кадр вызвал настоящий шквал восторженных комментариев от поклонников. Все отметили невероятное сходство между известной актрисой Анастасией Заворотнюк, ее мамой и дочерью. «Как вы похожи, и вы, и мама, и бабушка очень красивые красавицы. Какая же у вас в семье прекрасная генетика, как же вы до безумия похожи. Вы на маму, мама на Валентину Борисовну. И все красавицы», — написали подписчики. В инстаграм самой актрисы есть фото, на котором можно оценить сходство всех членов семьи Заворотнюк. Звездная астраханка действительно очень похожа на свою маму, а дети Анастасии поразительно похожи на нее саму. Отметим, что Анна является обладательницей безупречного чувства стиля. Стройной девушке удается подчеркивать достоинство фигуры, при этом не показывая больше дозволенного и сохраняя некий флер загадочности. Этот раз не стал исключением. Звездная наследница примерила элегантный наряд, расставивший все нужные акценты. Анна позировала возле большого окна, одетая в облегающее платье на бретелях. Лиф наряда выполнен из золотистой ткани, тогда как вся остальная его часть из черной. Благодаря этому контрасту акценты были расставлены на пышной груди и тонкой талии модели. А нежный трикотаж повторил волнующие изгибы тела красавицы. Фолловеры высоко оценили новый образ Анны. «Невероятно элегантная ты, огонь, Анечка неотразимая», — писали пользователи сети в комментариях к посту. Напомним, что в последнее время в публичном пространстве то и дело появляются свежие сообщения, в которых рассказывается о лечении актрисы Анастасии Заворотнюк от рака головного мозга. Попутно всплывают неприятные детали, связанные с изменениями в ее внешности. Анастасия Заворотнюк уже больше года борется с раком мозга. Родственники звезды не рассказывают о ее состоянии, а сама Анастасия не появляется на публике. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!